Воздушный фильтр снят. Отваляться. Да, грязищи. Куча. Тут вот масло меняли все рядом. В масле. Помыть бы двигатель. Впускной коллектор тоже. Ну вот, что я снял-то. Друссельная заслонка. Так. И вот, что мы там видим. Масло. Да, довольно много масла. Как определить, что двигатель жрет масло? Это посмотреть под дроссельную заслонку. Если тут есть масло, значит двигатель жрет масло. Ну вот, видно там, сколько его. Ну и дроссельная заслонка тоже все в масле. Приуса двигатель работает по циклу Аткинсона. И при такте сжатия часть топливно-воздушной смеси вытесняется обратно во впускной коллектор. И оно из цилиндров, все масло сюда вместе с топливно-воздушной смесью, и вот в этом вот ресивере, или как его правильно назвать, оно скапливается. Это если залегли колечки. Так что самый простой способ — это вот, жрет ли Prius масло, посмотреть под дроссельную заслонку. Вот видите, там все в масле. А этого не было. У меня было все сухо. Насколько на 103 вроде тысячах километров. Масла не было. Вот за 60 тысяч. Вот так вот стало. Как нам снять дроссельную заслонку? Блин, неохота мне. Вот эти на все шланги снимать. Два болта, по ходу дела. На прокладку. Нет, три болта вижу. Надо будет, по ходу дела, прокладку менять дроссельной заслонки, если ее снимать. Надо бы почистить. Надо бы разделать раскоксовку. Сейчас вот еще достанем свечи, посмотрим, что там у нас, в каком состоянии свечи. Так вот, тут грязи, вот, я смотрю, очень много, как бы она не попала внутрь. Так, открутил я катушку зажигания одну. Вот там свеча. Сейчас попробую ее выкрутить, если у меня, конечно, есть ключ. И заглянем туда с помощью эндоскопа. Блин, грязи столько вокруг. В общем, выкручиваем свечу. Достаем. Что же мы тут видим? Так, белый налет. В принципе, налета, наверное, много уже. Я не знаю, конечно, не спец в этом. Но вот такая свеча бошевская. Давайте сейчас заглянем в цилиндр. Вроде так уже видно, что там куча нагара. Уй, страшно аж заглядывать.
Блин, к сожалению, клапана не получится посмотреть, потому что я забыл зеркальце, которое вот сюда навинчиваться. Вот ведь, блин. Ну ладно. Хорошо, разобрали. Так давайте следующий еще взглянем. Этот, как я понимаю, цилиндр верхней точки находится. Это значит, должен быть в нижней. Его лучше должно быть видно. И стенки цилиндра, наверное, будет видно. Сейчас попробуем этот отвинтить. Следующий, второй. Так, вот вторая свеча. Из второго цилиндра. Также белый налет, нагар. Вроде поменьше, чем в первом. Ну что ж, заглянем в цилиндр. Короче, как ни старался повернуть камеру, но стенок цилиндра не видно, к сожалению, потому что я не взял зеркало. Да, придется переснимать потом видео. Состояние этих вроде ничего, хотя не очень-то в этом понимаю. Как бы вот это все отмыть бы здесь. Столько грязищи. И дроссельную заслонку бы надо помыть. Вообще бы как-нибудь снять бы впускной бы коллектор вместе с дроссельной заслонкой. Промыть бы все. Сделать бы вот эту, как ее, раскоксовку бы. Заодно бы тут все помыть. И привоз стал бы как новенький. Я думаю. Ну, сейчас буду все обратно собирать. Все. Всем пока. Остальные две, я думаю, не стоит развинчивать. Или стоит. Там, наверное, то же самое будет.
Вот эта свеча второго цилиндра. Беленький, серенький, точнее, налет. Свечи Bosch. Но я не вижу смысла еще те два листья. Все равно не видно особо ничего. Видно, что там куча грязи.